Ребята, если вы выбрали сдавать ЕГЭ по английскому языку, то вы уже знаете больше, чем London is the capital of Great Britain. Теперь самое главное — собраться. Вы все знаете, и вы все сможете. Экзамен по английскому языку проходит в 2 дня. В первый день вы напишете письменную часть. Задание строится от простого, базового уровня до сложного, где вы уже «I'm Batman». Первый раздел — это аудирование. Здесь главное сосредоточиться. Прочитали внимательно опции, осознали, о чем они, и потом внимательно слушаете. Постарайтесь сделать максимум после первого прослушивания, но помните, вы услышите запись 2. Не опаздывайте на экзамен, ведь он начинается с аудирования, и пока слушают в аудитории, никто не входит. Чтение. Ну тут все просто. Ключевые слова и понимание текста. Пожалуйста, в 3-м задании подчеркните обоснование выбора в тексте, вам самим будет проще. Лексика и грамматика. Ну тут поговорим по упражнениям. Первое упражнение. Ваша задача преобразовать слово, чтобы оно грамматически подходило для данных текстов. Смотрите внимательно на контекст, то, что стоит до пропуска и после. Второе задание. Ваша задача теперь преобразовать слово, чтобы оно подходило лексически, грамматически, а самое главное, логически для данных текстов. Используйте суффиксы и приставки. Третье задание. Но это хардкор. Либо вы гуру фразовых глаголов, предлогов и слов, схожих по значению, либо вы начинаете свой ответ с местоимения I, и тогда ваш мозг сам вспоминает правильный ответ. Последний раздел — это письмо. Ну, здесь все зависит от шаблона, который, я думаю, вы уже выучили. Стройте свои тезисы и аргументы. Пишите свои мысли так, чтобы проверяющий эксперт понял их. Про эссе могу дать только один совет. Возьмите несколько тем и перефразируйте их. Тем самым вы потренируетесь писать вступление, а одновременно придумаете опции к своему вступлению. Поздравляю! Вы прошли первый уровень игры. Мы переходим на 2-й, и это устная часть. Здесь вам может повезти, и вы пойдете в первый поток сдавать экзамен. Или вам придется немного подождать в комнате ожидания. В устной части компьютер – ваш друг, потому что вы, во-первых, прочитаете ему текст. Смотрите внимательно на окончания, не теряйте их. У вас есть 1,5 минуты на подготовку. Проговорите про себя слова. Обратите внимание на точки и запятые, ведь это не просто знаки препинания, а возможность сделать паузу и перевести дыхание. Дальше вы зададите компьютеру 5 прямых вопросов. Сразу посмотрите на задание. Станет понятно, о чем идет речь. Обязательно в первом вопросе укажите предмет разговора, будь то фитнес-клуб, работа или библиотека. 3-е задание. Опишите фотографию. Да-да, все мы показываем друзьям альбомы с фотографиями. Ваша задача – раскрыть каждую опцию. Выбирая фотографию, берите ту, где больше всего деталей. И помните, что это ваша фотография, и вы видите ее не в первый раз. Не забываем про шаблон. После того, как насладились описанием фотографии, переходим к последнему заданию. Еще чуть-чуть, и экзамен закончится. В 4-м задании вы должны сравнить 2 фотографии. Сразу смотрите на 4-ю опцию. Будет понятна в целом тема, про которую вы будете говорить. Помните, ваше задание должно быть логичным, и каждая опция должна быть раскрыта в полном объеме. Но на все про это вам дается 2 минуты. Мой совет. Перед экзаменом повторите всю устную часть, но уже с секундомером в руке. Ребята, если вы выбрали сдавать ЕГЭ по английскому языку, значит, у вас есть четкая цель. Немного везения, максимум ваших знаний – хороший вариант, и вот уже есть вероятность, что вы получите 90+ за экзамен по английскому языку. И не забудьте сказать спасибо своим учителям, кто помог вам подготовиться к этому экзамену.